Ребята, хочу снять короткое видео. Смотрите, какого голубя я встретил на пляже Алания. Это первый пляж Алании. Смотрите, почтовый голубь с кольцом. Почтарь. На пляже один. Может, кто-то узнает. Турция. Почтовый голубь на пляже. Лети к хозяину. Видите, отбился он где-то что-то. Я шел, думаю, странно. Голубь это не городскую. Давайте, раз уже сниму немножко погоду, расскажу о сегодняшнем Алании. Сейчас температура воздуха 23, вода 23. Рыбалим здесь, как ни в Красном море, можно ловить рыбу. Хорошее место, чистый воздух, чистое море, теплое пока что. Ну так вот, чужой голубь, почтарь спортивный, улетел. Кому понравилось, что я не забываю за голубей, от вас жду лайков, так как меня уже никто не смотрит, мне ни на что жить в этом чудном месте. Помогите хоть вы мне своими лайками и просмотрами. Всем удачи!